Чтобы перевести на цифровые рельсы региональную сферу финансов и бюджета, профильные департаменты инициировали конференцию с участием финансистов и IT-специалистов с разных регионов страны. По сути, это площадка для обсуждения уже существующего опыта и новых идей. Например, в Белгородской области применяется система электронного бюджета, которая охватывает все процессы – от планирования до госзакупок. Что это дает? Дает прозрачность, дает оперативность, дает свод информации, дает качество финансового управления, позволяет нам реагировать буквально мгновенно в системе онлайн на любые изменения, которые попадают в нашу систему. Как сделать систему еще более эффективной? Какие новые тренды и разработки может предложить IT? На эти вопросы участники конференции будут искать ответы два дня. Цифровизация вот именно финансовой сферы. Я считаю, что мы, наверное, одни из лучших в стране продвинулись по данному направлению. Огромное количество модулей внедрено, но, как всегда в любой сфере, когда внедряешь что-то одно, видишь еще узкие места и стараешься дальше это улучшить.